действовать при пожаре и моментально эвакуировать посетителей при наступлении ЧС. Об этом рассказали сотрудникам торгового центра. Инструктаж провели представители государственной противопожарной службы при поддержке МБУ «Химспас». Присутствующим поведали о мерах пожарной безопасности, первичных средствах пожаротушения, а также о принципах оказания первой помощи. Очень было полезное мероприятие. Я считаю, что такие мероприятия именно с сотрудниками торговых центров нужно проводить как можно чаще. Этот торговый центр считается одним из лучших в Московской области по соблюдению мер пожарной безопасности, говорят сотрудники. Но лишние знания не помешают. Здесь содержатся сотрудники, которые постоянно смотрят за системой пожаротушения, оповещения. Мы проводим раз в полгода здесь эвакуацию, как правило, это в сентябре, в августе месяце. Несмотря на то, что торговый центр имеет большие площади, время эвакуации не превышает 10 минут. Следующая такая проверка через 2 недели. Работники центра уверены, проведенный инструктаж поможет подготовиться к ней еще лучше.